Ну, во-первых, надо определяться все-таки, что такое патриоты, что это такое, потому что мы говорим вообще патриоты, и каждый понимает это по-своему. Это во-первых. А во-вторых, так устроен мир, в котором мы пришли, есть плюс и есть минус. Вот во всем, что бы вы ни взяли, да, плюсы и минусы. И, конечно, исходя из просто законов природы, конечно, и в обществе, естественно, это всегда будет. Хотим мы этого или не хотим, но само общество регулирует вот это соотношение, и есть, конечно, и патриоты, ну, будем думать о том, что это настоящие патриоты, которые действительно хотят, чтобы наша страна, чтобы можно было гордиться нашей страной, а не люди, которые только как бы занимаются риторикой, а на самом деле, в общем-то, никакого отношения к значению этого слова вообще, патриотизму, не имеет. И будет мир многомерен, мир многообразен, поэтому в этом, в обществе любого государства, если бы вообще брать планету, мы все в этом найдем. Но самое главное, чтобы плюсов было больше.